Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Звук «а» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звук «е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Имя с буквой «т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Может быть и великодушным, сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Звук «л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «б» в этом имени иногда связывают с упрямством и упорством. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Склонность к крайней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Носителям этого имени очень важно, чтобы их любили, признавали их заслуги и усилия, восхищались результатом их трудов. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего, из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Положительные качества – тихие, сдержанные и застенчивые, медленно, но уверенно добиваются своей цели. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Прежде всего, носители этого имени уделяют особое внимание благополучию своей семьи и людей, от них зависящих. Подсознательно звук «е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Звук «м» в имени воспринимается окружающими положительно. Редко встречающийся в именах звук «у» воспринимается на слух свежо и оригинально. Звук «е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Звук «а» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква «р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Буква «т» дает человеку настырность. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Также считается, что букве «а» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.